Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым выпуску. Своё 30-годдзе сёння означае ветэранскі рух рэгіёна. Практычна ўсе раёны в области распачалі пасяўную кампанію. Спажывецкія правы ў лічбавую эпоху. Так у гэтым годзе гучыць тэма сусветнага дня абароны правоў спажыўцоў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Своё 30-годдзе сёння означае ветэранскі рух Гомельшыны. Грамадская арганізацыя ветэранаў нашага рэгіёна, як асобная структура, пачала існаваць пасля 86-га года. Да гэтага была часткай Савецкага камітэта ветэранаў вайны. Падрабязнасці яе гісторыі і сучаснасці ў матэрыяле Ганны Кавалёвай. Гісторыю свайго самастойнага жыцця ветэранская арганізацыя Гомельшчына адлічвае з 14 сакавіка 87 года. Яе першым старшынёй стаў Рыгор Денісенка, герой Савецкага Саюза, удзельнік Вялікай айчыннай вайны і настаўнік Юрыя Гагарына. Сёння, на жаль, шмат каго з актывістаў ветэранскага руху в области ўжо няма з намі, але памяць пра іх захоўваюць паслядоўнікі. Так, дзень 30-гадовага юбілею ветэранскага руху Гомельшчына ў абласным цэнтры пачаўся каля вечнага агню. Тут актыў грамадскай арганізацыі маладой поколения усклали до мемориала кветки и вянки. Сегодня, конечно, у нас большой праздник ветеранов. 30 лет ветеранской организации. У нас сегодня 1119 первичных ветеранских организаций и 27 организаций, в которые входят районные, гомельские, городские, у них 5 организаций и областная. Их активисты у гэты день сустрелись на урачистом сходе. У зале так само представники улады и інших громадских объединений. Подвести выники, заохватить лепших и вызначить планы. Серед новых напрямков работы – пошук и подтримка ветеранов, ураджанцев Гомельшины, которые после войны по воле лёсу опынулись далеко от родимы. Еще один накерунок – налаживание супрацовництва с ветеранскими организациями інших краин и умуцование миротворчих односинов. Я сердечно поздравляю, товарищи, я второй раз в Гомеле. С наступающим вашим праздником! Желаю каждому ветерану еще долгих лет жизни, отличной, хорошей работы, и чтобы мы дальше были плечом к плечу вместе. Матэрыяльная падтрымка, аздараўленне, дапамога ў побыце, арганізацыя вольнага часу і патрыятычнае выхаванне моладзі. І гэта толькі частка працы, якую вядзе арганізацыя ветэранаў. Сёння яна аб'ядноўвае ўсіх ветэранаў вайны, працы, узброеных сіл і праваахоўных органаў, якія прыжываюць у рэгіёне. А гэта больш як 373 тысячы чалавек. Спасибо ім за ту работу, которую они делают, конечно, в меру своих сил. Чтобы они еще долго-долго приходили к нам, помогали, подсказывали, и чтобы мы пока будет возможность, могли выполнять то записывание, что у нас в уставе и в законе Республики Беларусь по работе с ветеранами, с пожилым населением в общем. Ганна Кавалёва, Ігор Марышченко, Телерадио, компания «Гомель». Працягваем выпуск. Сёння з афіцыйным візітам у Гомелі знаходзіцца прадстаўнік управлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь Жан-Іў Бушардзі. У бліжэйшыя два дні ён плануе абмеркаваць актуальныя пытанні са спецыялістамі абласной арганізацыі «Чырвонага крыжа» і управлення па грамадзянстве і міграцыі. У пункте часового размещения психологической и социальной адаптации беженцев Жан-Іў Бушардзі сустрэўся с людьми, которые сейчас ходайничают о предоставлении обороны в нашей стране. Многие из них были вымушены покинуть свою родину за военных конфликтов. Сярод наибольш хвалюючих их пытанняў, как отримать статус беженца в Беларуси и что робить при отмове у гэтым запыте. Как працаўладкавацца и отримать у нашей стране жилье. До того ж, многие у Гомель приехали без семьи, и их хвалюе магчимость уз'яднаць з роднымі, якія знаходзяцца за межамі Беларусі. У цэлым у 2016 годзе з просьбай аб прадастаўленні прытулку ў Гомелі і в области звярнуліся 160 чалавек. Большасць грамадзяне Украіны, Афганістана, Ірака, Йемена і Сірыі. Мы часто приезжаем с визитом в Гомельскую область, в частности в город Гомель. В прошлом году с пунктом временного размещения психологической и социальной адаптации беженцев мы заключили определенные договоренности по предоставлению с нашей стороны необходимого оборудования. К примеру, кровати для лиц, проживающих здесь. И вот сейчас мы приехали узнать о том, как обстоят дела в данном пункте, а также поинтересоваться, какая поддержка и помощь необходима людям, которые обрели здесь временный приют.
Практично все районы Гомельской области распочали посявную. До полевых работ приступили, как и планировалось, 1 соковика. Щодня господарки рыхтуются до сяубы каля 6 тысяч гектаров полев. У основным уносятся минеральные и органичные удобрения. Эта работа выполнена на 30 тысячах гектаров. Больше как 6 тысяч уже засеяно ранними яровыми. Протяг темы у сюжете корреспондента у телеканала «Мазыр». Весновые полевые работы на полях Мазырского и Нараулянского района все лето распочались рано. Стартовать у пошатку соковика аграров подштырхнули сприяльные умовы надворья. Першочарговая задача – подкормка озимых и унесение удобрения у глебу. Видите, какая температура, 6 градусов в 11 часов дня, то есть активно идет вегетация. И технологический прием, который мы называем подкормкой азотом, он произведен вовремя, правильно, и растение активно вегетирует. Ну и следующий этап, активно закрываем влагу, потому что на высоких местах уже лишняя гравитационная влага, она ушла, позволяет погода работать. Вносим минеральное удобрение, хлористый калий вносим, на сегодняшний день два агрегата. Обеспечены семенами кукурузы, зерновых, колосовых культур. Саугаскомбинат «Зара» – найбуйнейшая господарка района. Тому и задачи тут ставят масштабные. Акцент традиционно робить на сяубу кукурузы. Основная наша задача – это подготовка почвы под кукурузу. Кукурузы в этом году в хозяйстве 4300 гектар. Вот мы сегодня наблюдаем на этом поле числа 12-15 апреля будет происходить сев кукурузы. Ведется подготовка почвы. Посевная кампания у господарках района идет по графику. У Темлику дякуючи проведенной подрыхтучей работе. Перед началом хозяйства проведены собрания с трудовыми коллективами, намечены конкретные мероприятия по каждому полю. Прошли медосмотр, продумано питание механизатором. Ну, то есть все вопросы, касающиеся весенних полевых работ, они предусмотрены и идет все в плановом порядке. С початком посевной стартовали споборництва сярод сельгаспредприемств и механизаторов. Выники будут проводиться щодня за працовный тыдень и у конце полевых работ. Завершить посевную кампанию плануется до 9 мая. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр», специально для телерадиокомпании «Гомель». Споживецкие правы у личбовую эпоху. Так у этом годе гучит тема Сусветного дня обороны правов споживцов. Его по традиции означают 15 соковика. Гандаль у интернете – один из наибольш динамичных рынков. У Гомельской области працуе каля 700 интернет-крам. 7 годов тому их было 8 разов меньше. Мэтанакированная работа по повышению культуры и якости обслуговывания жыхаров региона идет постоянно. У минулом годе уполноваженные ГАР и райвыканкамов разглядели каля 900 зворотов на тему обороны правоу споживцов. Частей за все скардятся на якость товаров, культуру обслуговывания и работу интернет-крам. Если говорить о тех обращениях, которые поступали к нам именно в областной исполнительный комитет, то это порядка 138 обращений поступило к нам. При этом где-то порядка 40 поступили в электронном виде. Основные жалобы, конечно, направлены на защиту своих прав. И большая их часть рассматривается именно в пользу потребителя. Завтра у рамках Дня споживцов в Гомельской области будут працевать горячие телефонные линии, а так само специальные консультационные пункты. Их организуют у гандлевых объектах. У приватности во универмаху «Гомель» на питание споживцов откажет начальник управления гандлю и послуг гарвыканкама Светлана Короткевич. Она проведет выездный прием с 15 до 16 годин. Дарэчы, сегодня на телеканале «Беларусь-4» ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» расскажут, как оборонять свои споживецкие правы. Вы набыли неякостный товар у интернет-краме. Подманула турфирма. Незадоволенные послугами автосервису. Телефонуйте у студию по номеру 37519. Опытные юристы и эксперты у прямом эфире откажут на все ваши пытания. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня в 20:35 на телеканале «Беларусь-4». До інших тем ситуацию с поводками и пожарами зараз можно отсочивать у мобильным додатку и на сайте Министерства по надзвичайных ситуациях. Нагадаем, додаток МНС «Допомога побач» был запущен у минулым годе. Зараз карта допрацавана. А кроме информации про несприяльные и небеспечные з'явы на дворе, подчас вясновой поводки на карте адлюстровываются все подтопления и даются рекомендации МНС.
Гэта іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.